дорогие друзья, всем большой привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу, как вязать вот такую салфетку крючком. Данную салфетку я вязал, опираясь на схему, взятую из интернета. Повторюсь, опираясь, то есть 100% я по этой схеме не вязал. Я меняю где-то положение столбиков, количество воздушных петель, для того, чтобы салфетка была более-менее ровная, даже в процессе вязания. Потому что я не встречал еще ни одной салфетки по схеме из интернета, которая не фолдила бы. Мне это не нравится. Я понимаю то, что после блокировки она будет, может быть, ровная, но мне это не нравится. Я хочу, чтобы мои работы были ровные сразу в процессе. Поэтому, если хотите, можете оставаться со мной вязать по видео, либо я прикреплю сейчас после этого момента схему, либо можете перейти в мой инстаграм, ссылочку на инстаграм вы найдете в описании под этим видео, и там же будет схема к этой салфетке, можете вязать оригинальную салфетку по схеме. И также я все столбики меняю на рельефные, для того, чтобы придать более интересный вид салфетке, потому что плоские салфетки мне вязать скучно. Итак, эту салфетку я вязал вот такой пряжей. Называется Анни от фирмы Циркула. В этом мотке 500 метров, это 100% мерсеризованный хлопок. В нем 500 метров, я уже сказал, 147,5 грамм. Вот такой пряжи я вязал. К этой пряже рекомендован крючок 1,75, я таким крючком 1,75 и вязал. Вы же можете использовать любую пряжу и любой подходящий крючок под пряжу. На каждой пряже на этикетке написан рекомендованный крючок, можете вязать. Но главное, чтобы это был 100% хлопок, обычный или мерсеризованный, потому что другая какая-нибудь пряжа, в состав которой входит, например, вискоза, не факт, что у вас салфетка будет держать форму. Итак, по размерам у меня эта салфетка получилась. Салфетка большая, 45 сантиметров в диаметре. Кстати, о пряже. Где купить такую пряжу, какую у меня? Скажу вам сразу, нигде. Купить ее можно в Бразилии. Я живу в Бразилии, поэтому вяжу такой пряжи. В России, в Украине, я думаю, что вы такую не найдете. Даже не думаю, а 100% уверен. Но вы можете использовать, повторюсь, любую пряжу, которую вы вяжете. Как-то в своем инстаграм я проводил опрос, какой пряжей вяжут мастерицы. И так вот, большинство мастеров вяжут такой пряжей, как Вита Коко, Ажурная Пехорка и Анна 16. Это три фаворита среди всех мастериц, которые участвовали в опросе. Вот я спрашивал, какой пряжей кто вяжет. Вот, так что можете ссылаться на эти. Вита Коко, Ажурная Пехорка и Анна-16. Если вдруг у вас будут какие-то такие моменты, когда вам будет что-то непонятно, например, как вязать рельефный лицевой столбик или рельефный полустолбик, вы, это видео не обучающее, я вам говорю сразу. Это видео для мастеров, которые уже вяжут и знакомы с рельефными элементами. Если вы не знакомы, вы можете в YouTube также поискать, что такое рельефный лицевой столбик, что такое рельефный изнаночный столбик. Там все подробно для начинающих, есть обучающие видео. Я же обучением не занимаюсь. Если вам будет казаться, что я вяжу слишком быстро, в YouTube есть такая великолепная функция. Прямо на экране у вас будет изображение шестеренки, то есть настройки. Вы на нее нажимаете и можете поменять скорость видео, скорость воспроизведения. Либо быстрее, либо можете сделать медленнее. Я показывал как мог, достаточно медленно, чтобы было более-менее понятно. Так что я надеюсь, что будет без лишних такого рода вопросов. Что ж, я желаю вам приятного просмотра, вяжите с удовольствием. Итак, для начала работы нам нужно сделать кольцо амигуруми. Для этого я беру нить, вот так держу большим пальцем, а вокруг указательного и среднего оборачиваю и здесь скрещиваю. Сзади придерживаю. Теперь вставляем крючок под первую нить,
а вторую нить вытягиваем. И вот у нас здесь такая петля. Теперь в эту петлю мы цепляем нашу рабочую нить и вытягиваем через эту петлю. Все, чуть-чуть затягиваем. Вот у нас получилось вот такое кольцо с первой петлей. Еще раз показываю. Берем нить, кладем вот так. Здесь придерживаем большим пальцем. И вокруг указательного и среднего оборачиваем. И здесь скрещиваем, сзади держим. Под первую нить вставляем крючок. Вытаскиваем вторую нить. Вот у нас здесь петля образуется. Теперь в эту петлю мы цепляем рабочую нить и вытаскиваем. Затягиваем. Вот у нас получилось вот такое кольцо. Теперь в это кольцо нам нужно провязать 16 столбиков с одним накидом и между столбиками по одной воздушной петле. Первый столбик я заменю двумя воздушными петлями подъема. Раз, два. Ну, считая вот эту первую, можно сказать, три петли здесь у меня. И еще одну петлю, которая у нас будет между столбиками. Накид. То есть, грубо говоря, я здесь провязал столбик с накидом и одна воздушная петля. Теперь накид, и в это кольцо вяжем столбик с одним накидом. Получается, у меня два столбика с одним накидом, и между ними одна воздушная петля. Далее, одна воздушная, накид, столбик с одним накидом в это кольцо. Одна воздушная, столбик с одним накидом в кольцо. Одна воздушная, столбик с накидом. И таким образом нам нужно провязать 16 столбиков с одним накидом и между ними по одной воздушной петле. Итак, провязываем самостоятельно. Итак, вот я провязал 16 столбиков. Считаю. Первый столбик, это который были воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. И между столбиками везде по одной воздушной петле. В конце я сделал вот последний столбик и воздушная петля. Теперь вот этот хвостик, который у нас остался, мы за него вот так тянем и замыкаем наше кольцо. Сильно не затягиваем. Если что, потом можно будет чуть-чуть подтянуть. Все, теперь соединяемся с первым столбиком. Отсчитываем 1, 2, 3 воздушная петля подъема. И эту нить я вот так наперед кладу, чтобы ее замкнуть тоже. И соединяемся с соединительным столбиком. Теперь сейчас во втором ряду я эту нить буду прокладывать между столбиками и прятать. Какой, если у меня там хвостик останется, я его потом обрежу. Итак, приступаем ко второму ряду. Одна воздушная петля подъема. Вокруг первого столбика, он же у нас воздушные петли подъема предыдущего ряда, вокруг него вяжем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Итак, одна воздушная петля подъема, накид. Вставляем крючок вот так спереди назад и протягиваем сюда крючок, то есть вокруг самого столбика. И теперь цепляем нашу нить. Вот у нас получается петля, накид и петля, которую мы вытянули, нить. И здесь уже мы провязываем просто как обычный столбик с одним накидом. Раз, два. Далее, накид. Сразу в следующую арку одной воздушной петли вяжем просто столбик с одним накидом. Далее, накид. Вокруг следующего столбика также вяжем рельефный лицевой с одним накидом. Вот так вставляем за сам столбик. И провязываем столбик с одним накидом. Накид. Сразу в следующую арку одной воздушной петли столбик с одним накидом. Опять накид. Вокруг следующего столбика вяжем рельефный лицевой столбик с одним накидом. Опять накид. В следующую арку столбик с одним накидом.
и так далее. Продолжаем вязать до конца ряда. Вокруг каждого столбика вяжем рельефный лицевой столбик с одним накидом, а в каждую арку вяжем просто обычный столбик с одним накидом. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Итак, я провязал второй ряд до конца, выполнил последний столбик с одним накидом в арку. И теперь соединяемся, вот у нас здесь видно, воздушная петля подъема была, и вот вершина нашего первого столбика, в нее соединяемся столбиком соединительным. Все, приступаем к третьему ряду. Одна воздушная петля подъема. Вокруг этого же первого столбика выполняем рельефный лицевой столбик без накида. То есть вставляем крючок вот так за сам столбик и провязываем столбик без накида. Далее 3 воздушные. 1, 2, 3. В этом ряду работаем только с рельефными столбиками. Обычные столбики, какие у нас, которые у нас были в арках, мы их пропускаем. Итак, рельефный лицевой столбик без накида, 3 воздушные петли. Теперь рельефный лицевой столбик без накида. Вокруг следующего рельефного столбика 3 воздушные. 1, 2, 3. Опять вокруг следующего рельефного рельефный лицевой без накида. Обычные столбики с одними накидами, вот эти все, мы пропускаем. Все, таким образом вяжем ряд до конца. Рельефный лицевой столбик без накида вокруг рельефного предыдущего ряда и 3 воздушные петли между ними. Итак, я провязал третий ряд до конца, мне осталось выполнить последнюю арку. И последнюю арку мы свяжем по-другому. То есть вот я провязал предпоследняя арка, рельефный лицевой столбик без накида. И теперь я делаю одну воздушную петлю, накид на крючок, и в вершину самого первого рельефного лицевого столбика без накида мы провязываем столбик с одним накидом. То есть вот как бы мы выполнили последнюю нашу арку и оказались в центре этой арки, что нам нужно для следующего ряда. Итак, приступаем к четвертому ряду. Выполняем 2 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид на крючок, и в эту же арку первую мы выполняем столбик с одним накидом, но не провязываем его до конца. Теперь накид на крючок. И еще один третий столбик с одним накидом. До конца не провязываем. Вот получается, мы сделали 3 столбика с одним накидом, но не завершенные. Теперь все эти 3 петли провязываем вместе за один прием. Получается, мы сделали 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. И так нам нужно сделать в каждую арку, и между этими группами у нас будет по 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. И сразу в следующую арку мы выполняем столбик с одним накидом, незавершенный. Опять накид, столбик с одним накидом, незавершенный. И еще один третий столбик с одним накидом, незавершенный. У нас 4 петли на крючке, за один прием их все вместе провязываем. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. И так далее, продолжаем вязать ряд до конца. В каждую арку выполняем по 3 столбика с одним накидом, незавершенные, и между ними по 4 воздушные. Все, таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Итак, я провязал четвертый ряд до конца, выполнил последнюю группу из 3 столбиков с одним накидом с общей вершиной, и последнюю арку 4 воздушных петель мы заменяем. Мы выполняем 2 воздушные петли, 1, 2, и теперь накид на крючок, и вот в вершину нашей первой группы выполняем столбик с одним накидом. Все, вот мы сделали нашу последнюю группу, точнее не группу, а арку из 4 воздушных петель. Теперь приступаем к пятому ряду. Одна воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. Далее 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Все, таким образом вяжем ряд до конца. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 5 воздушных. Столбик без накида в арку. Продолжаем так вязать ряд до конца.
Итак, я провязал пятый ряд до конца, выполнил последний столбик без накида. И теперь последнюю арку из 5 воздушных петель мы заменяем следующим образом. 2 воздушные петли, 2 накида на крючок и в самый первый столбик без накида провязываем столбик с 2 накидами. Вот у нас получилась последняя арка. Теперь приступаем к 6 ряду. 2 воздушные петли подъема, как первый столбик, с 1 накидом. Накид на крючок и вяжем столбик с 1 накидом сюда же, в эту же арку. Теперь 1 воздушная петля. И еще 2 столбика с 1 накидом сюда же, в эту же арку. Получается, мы в арку провязали 2 столбика, 1 воздушная петля, 2 столбика. И так у нас будет в каждой арке. А между этими штуками, вот я делаю 2 воздушные. Теперь в следующую арку вяжем 2 столбика с 1 накидом. 1 воздушная и 2 столбика с 1 накидом сюда же, в эту же арку. Теперь опять 2 воздушные. В следующую арку 2 столбика с 1 накидом, 1 воздушная, 2 столбика с 1 накидом. Теперь опять 2 воздушные. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. У нас в каждой арке 2 столбика, 2 столбика и 1 петля между ними. А между ними, вот этими штуками, у нас по 2 воздушные петли. Таким образом вяжем ряд до конца. Если это видео вдохновило вас, было интересным и полезным, я буду очень рад увидеть, что же у вас получилось. Выкладывайте свои работы в Instagram с хэштегом #вяжусдуду. Я этот хэштег просматриваю, лайкаю ваши работы и скриншоты ваших работ буду показывать в конце своих видео.